«Чангук» – традиционная корейская опера, исполненная в стиле корейской народной песни. Главная особенность этого искусства – это то, что здесь нет четкого разделения на оперу, балет или драму. Постановки корейского театра совмещают все виды сценических искусств. В программе также выступления ансамбля народных инструментов, этнические корейские танцы и шоу барабанов. Мы начали фестиваль Азии в 2018 году, когда артисты из Китая представили сочинцам знаменитую пекинскую оперу. На протяжении многих лет мы видим, что в этой стране очень сильная система музыкального образования, которая подарила миру множество фантастических артистов высочайшего уровня. К слову, опера «Чангук» входит в список нематериального культурного достояния мира ЮНЕСКО. От привычной европейской оперы ее отличает еще и активное участие зрителей. В традиционном корейском театре они могут громко одобрять или возмущаться действиями героев. Для этого перед каждым из спектаклей ведущий провел для зала мини-урок корейского языка. Международный фестиваль Азии в парке науки и искусства «Сириус» продолжится 15 и 16 ноября выступлениями Бурятского национального театра песни и танца «Байкал». Ну а южнокорейские артисты на прощание сделали неожиданный песенный реверанс России.